Всем привет! Дадзя хао! География – важнейший школьный предмет. Без географии вы нигде. А на китайском языке говорят более миллиарда человек. Для путешествий по разным странам важно знать их географические особенности. И не только. Чтобы разбираться в культурных и исторических реалиях, необходимо знание иностранного языка. Так почему бы нам не объединить усилия и не помочь друг другу? Курс «География страноведения» напрямую связан с изучением природных условий, языков, культуры, традиций, изучаемых стран и регионов мира. Возьмем, например, привычные нам стороны горизонта. Как их запомнить на китайском языке? Ответ ищите на административной карте Китая. Исторически сложилось, что многие названия крупных городов в Китае включают в себя наименование какой-либо стороны горизонта. Знаешь ли ты, какой город является столицей Китая? Конечно, это Пекин. Верно. Это Пекин, или по-китайски Пейдин, где Бэй – это север. Наверняка все слышали про древний город, близ которого находится знаменитая терракотовая армия императора Цинши-Хуанди. Кажется, это город Сиань. Верно. В его названии есть иероглиф «Си», который переводится как «запад». И город как раз находится на западе территории Древнего Китая. Во всем мире известен город Нандин, или в более привычном нам звучании – Нанкин, бывшая южная столица Китая. Здесь иероглиф «Нан» в названии города означает «юг». Или Дандун – один из самых восточных городов Китая. Именно здесь находится мост китайско-корейской дружбы. А иероглиф «Тун» в названии города означает «восток». Видите, вместе двигаться к цели проще и веселее. Помогайте друг другу и подходите к решению учебных задач со всех сторон света. Спасибо, Дадя! Зайдень!